Доброе утро, Бокертов. Сегодня 1 ноября 2023 года. Вы послушаете выпуск новостей на легком иврите. Это будет язык четвертого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его переведу. Шалом. Атем шумим хадашот бар радио коля изим. Махачкала. Бирьоним мекумеим. Хипсу иудим в исраилим. Парцула хануйот веганвус хора, амиштара хокерит. Аза, нимшах крав беджабалия, амехаблим шел хамас, мамшихим лешагер тилим леэвер арим бейсраэль. Ашкелон, амедина азра латушавим бекесев, яхад ненацеах. Переведем. Шалом, атем шумим хадашот бар радио коля изим. Здравствуйте, вы слушаете новости по радио «Голос КОС». Махачкала, столица Дагестана в Российской Федерации. Бирьоним мекумиим хипсу иудим в исраилим парцу лахануйот веганву схора. Местные хулиганы искали евреев и израильтян, ворвались в магазины и украли товары. И слово «бирьон» можно перевести как «хулиган». В сленговом варианте это «жлоб», то есть «бирьоним» – это «жлобы». И глагол «парцу» в настоящем времени «порец» – это «проникается взломом». Речь идет о краже или, может быть, даже о санкционированном проникновении со взломом, когда, например, профессиональный взломщик сейфов должен взломать сейф, замок в сейфе, потому что кто-то забыл код или потерял ключ или еще что-то. То есть это не только в отрицательном смысле может использоваться, но в данном случае здесь подчеркивается, что ворвались несанкционированно, то есть сломав окно, сломав двери, сломав замки, проникли со взломом, порцу. Амиштара хокерет, полиция проводит расследование. Хокер проводит расследование, этот же глагол используется в значении исследует тоже. Аза, это название города и название сектора. Нимшах крав беджабалия, продолжается бой в Джабалии, это населенный пункт на севере сектора. Амехаблим шель хамас, мамшихим, лешагер тилим, леэвер арим бейсраэль. Террористы хамаса продолжают отправлять, лешагер это запускать, когда речь идет о ракете, отправлять ракеты, лешагер тилим, отправлять ракеты, запускать ракеты в сторону городов Израиля. И здесь леэвер это как в сторону, леэвер арим бейсраэль получилось в сторону городов Израиля. В слове «леэвер» тот же корень, что в глаголе «овер». «Овер» – это перемещается с места на место. Однокоренное слово «маавар» – переход. То есть «леэвер» – в сторону, как бы переходя получается. «Ашкелон» – это город, ну, относительно на юге Израиля, южнее Ашдода. «Амедина азра латошавим бекесев» – государство помогло жителям деньгами. Это не только в Ашкелоне происходит, в других городах тоже, согласно разным критериям. Люди, например, у которых нет дома защитного пространства, убежища, они получают в том числе помощь и в других городах, в зависимости от критериев. «Яхад ненацеах» – это лозунг, который сейчас выдвинут во время войны. «Вместе мы победим». «Ненацеах» – это «победим». Яхад в обычном языке может быть яхад или бияхад вместе. Яхад ненацеах. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.